ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. Today we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, 4th chapter, text 14. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 14 текст, 4 главы, 4 песни. Ядвякшарам нама гиреритам нринам. Ядвякшара нама гиреритам нринам. Сакрит прасанга дагамаш, сакрит прасанга дагамашу хантитат. Сакрит прасанга дагамашу хантитат. Сакрит прасанга дагамашу хантитат. Павитра киртин тамалангья шасанам. Павитра киртин тамалангья шасанам. Павитра киртин тамалангья шасанам. Павитра киртин тамалангья шасанам. Баванахо двишти шивам шиветара. Баванахо двишти шивам шиветара. Баванахо двишти шивам шиветара. Баванахо двишти шивам. Ядвакшарам нама гиреритам ринам. Сакрит прасанга дагамашу ханчитат. Павитра киртим тамаланге шасанам. Баванахо дышти шивам шиветараха. Баванахо дышти шивам шиветараха. Матаджи, пожалуйста. Бхавана 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 Бхав
Яд. Который. Дви аксарам. Состоящий из двух слогов. Нама. Названный. Гира иритам. Просто произнесенный языком. Наринам. Людей. Сакрет. Однажды. Прасангат. Из сердца. Агхам. Греховные поступки. Аашу. Сразу же. Ханти. Уничтожает. Тат. Тот. Павитра киртим. Чья репутация безупречна. Там его. Алангешасанам. Чей приказ никогда не нарушают. Баван. Ты. Аго. О. Двешти. Злоба. Шивам. На Господа Шиву. Шива Ирита. Прошу прощения. Шива Итараха. Злосчастный. Sati continued, my dear father, you committing the greatest offense by envying Lord Shiva, whose very name, consisting of two syllables, Shi and Va, purifies one of all sinful activities. His order is never neglected. Lord Shiva is always pure, and no one but you envies him. Сати продолжала: «Дорогой отец, питая ненависть к Господу Шиве, ты совершаешь великое оскорбление. Само имя Шивы, состоящее из двух слогов Шива, очищает человека от всех грехов, и воля его неукоснительно исполняется. Господь Шива безупречно чистый, и никто, кроме тебя, не держит на него зла». Report. Since Lord Shiva is the greatest soul among the living entities within this material world, his name Shiva is very auspicious for persons who identify the body with the soul. Комментарий. Господь Шива является величайшей душой среди всех живых существ материального мира, поэтому его имя Шива приносит огромное благо тем, кто отождествляет свое тело с душой. If such persons take shelter of Lord Shiva, gradually they will understand that they are not the material body, but a spirit soul. Если такие люди будут поклоняться Господу Шиве, постепенно они осознают свою духовную природу и перестанут отождествлять себя с материальным телом. Shiva means mangala or auspicious. Шива значит мангала, благотворный. Within the body, the soul is auspicious. Благотворной в теле является душа. Aham Brahmasmi, I am Brahman. Aham Brahmasmi, я Брахман. This realization is auspicious. Понимание этого благотворно. As long as one does not realize his identity as the soul, whatever he does is inauspicious. Пока человек не осознает своей духовной природы, что бы он ни делал, все будет приводить к неблагоприятным последствиям. Shiva means auspicious, and devotees of Lord Shiva gradually come to the platform of spiritual identification, but that is not all. Шива означает благотворный, и преданные Господа Шивы постепенно достигают уровня, на котором они осознают свою духовную природу, однако этого еще недостаточно. Когда человек осознает свою духовную природу, его жизнь начинает приносить ему благо, но на этом его обязанности не кончаются. Ему еще предстоит понять свои отношения с Высшей Душой. But there are still more duties one has to understand one's relationship with the Supreme Soul. If one is actually a devotee of Lord Shiva, he comes to the platform of spiritual realization. But if he is not intelligent enough, then he stops at that point, only realizing that he is spirit soul, aham brahmasmi. Настоящий преданный Господа Шивы может достичь уровня духовного самосознания, но если он не обладает большим разумом, то, осознав себя духовной душой, Ахам Брахмасми останавливается на этом. He is intelligent enough, however, he should continue to act in the way of Lord Shiva, for Lord Shiva is always absorbed in the thought of Vasudeva.
По-настоящему разумный человек продолжает свое духовное развитие, идя по стопам Господа Шивы, который постоянно поглощен мыслями Васудеви. As previously explained, sattvam vishuddham vasudeva sadhutam. Lord Shiva is always in meditation on the lotus feet of Vasudeva Shri Krishna. Как уже говорилось, сатвам вишудхам васудева шабдитам, Господь Шива постоянно медитирует на лотосные стопы Васудевы Шри Кришны. Thus the auspicious position of Lord Shiva is realized if one takes to the worship of Vishnu, because Lord Shiva says in the Shiva Purana that the topmost worship is worship of Lord Vishnu. Таким образом, приобщиться к благотворной природе Господа Шивы может только тот, кто поклоняется Вишну, поскольку сам Господь Шива говорит в Падма-пуране, что поклонение Господу Вишну является высшей формой поклонения. Lord Shiva is worshipped because he is the greatest devotee of Lord Vishnu. Люди поклоняются Господу Шиве, потому что он величайший преданный Господу Вишну. One should not, however, make the mistake of considering Lord Shiva and Lord Vishnu to be on the same level. Однако было бы ошибкой думать, что Господь Шива находится на одном уровне с Господом Вишну. That is also an atheistic idea. Эта теория атеистична. It is also enjoined in the Vaishnaviya Purana that Vishnu or Narayan is the exalted supreme personality of Godhead, and no one should be compared to him as equal, even Lord Shiva or Lord Brahma, not to speak of other demigods. В Вайшнавия Пуране также говорится, что никого нельзя считать равным Вишну, даже Господа Шиву и Господа Брахму, не говоря уже о прочих полубогах, поскольку Вишну или Нарайана — это абсолютная верховная личность Бога. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shivate Bhakti Vidanta Swamini Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pichamane Irvishesha Shunyavadi Pastuchade Sitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauravakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translation again. Sati continued, my dear father, you are committing the greatest offense by envying Lord Shiva, whose very name, consisting of two syllables, Shi and Va, purifies one of all sinful activities. His order is never neglected. Lord Shiva is always pure, and no one but you can be sin. Перевод Сати продолжала, дорогой отец, питая ненависть к Господу Шиве, ты совершаешь великое оскорбление. Само имя Шивы, состоящее из двух слогов Шива, очищает человека от всех грехов, и воля его неукоснительно исполняется. Господь Шива безупречно чист, и никто, кроме тебя, не держит на него зла. Сати is continuing. There's more, as we said, many verses where Sati is going to try to put her father in his proper place. И Сати продолжает свои речи, и как мы уже сказали, она довольно много стихов произносит, чтобы поставить своего отца на место. And this verse and commentary speaks about the position of Lord Shiva and why he is worshipable. В этом стихе и комментарии к этому стиху описывается положение Господа Шивы и объясняется, почему Господь Шива заслуживает поклонения. Prabhupada takes advantage of the verse to make it clear that by worship of Lord Shiva one gets the benefit of worshiping him when one understands Lord Shiva's relationship to the Supreme. И Шрила Прабхупада, пользуясь содержанием этого текста, объясняет нам, что для того, чтобы по-настоящему получить благо от поклонения Господу Шиве, человек должен осознать связь Господа Шивы со Всевышним Господом. What makes Lord Shiva so auspicious, which is described here, is that he is the greatest Vaishnava. Что делает Господа Шиву таким всеблагим, это, как здесь объясняется в комментарии, его положение величайшего Вайшнава.
And because he's the greatest Vaishnava, his example is that he's always absorbed in deep meditation and service to the Supreme Lord Vishnu. Поскольку он величайший вайшнав, поэтому он постоянно пребывает в глубокой медитации на Верховного Господа Вишну и служит ему. And therefore, because of his absorption, meditation and service always to Lord Vishnu, he's completely pure. И поскольку он постоянно поглощен мыслями о Господе Вишну и служением ему, сам он совершенно чист. And by associating with and by worshipping those who are completely pure, the result is that one becomes purified. И общаясь с теми, кто совершенно чист, и поклоняясь тому, кто совершенно чист, в результате человек и сам очищается. And therefore, Srila Prabhupada in the beginning of the commentary explains that those who worship Lord Shiva with the right understanding, not the wrong understanding, but with the right understanding, they come to the transcendental platform. И поэтому в начале своего комментария Шрила Прабхупада объясняет, что те люди, которые поклоняются Господу Шиве с правильным пониманием, а не с неправильным пониманием, они поднимаются на трансцендентный уровень. Как мы объясняли природу жертвоприношения несколько дней назад. Шрила Прабхупада в своем комментарии объяснил, что те, кто совершает жертвы с правильным пониманием, получают полный бенефит. Шрила Прабхупада в своем комментарии к тому стиху объяснял, что люди, которые выполняют жертвоприношение с правильным пониманием, с правильным осознанием, вот они получают по-настоящему благо. И правильное понимание при выполнении жизни, жертвоприношения таково, что нужно удовлетворять имя Верховного Господа. In the same way, the right understanding is that by serving the greatest Vaishnava, who's always absorbed in the Supreme Lord, we get the opportunity to satisfy the Supreme Lord. И, right understanding is that by the last part. We get the right understanding to satisfy the Supreme Lord. You said. We get the right understanding, which is to ultimately satisfy the Supreme Lord. И точно так же правильным пониманием поклоняясь вайшнаву, который постоянно поглощен служением и мыслями о Верховном Господе, мы обретаем правильное понимание сами, с помощью которого можем удовлетворить Верховного Господа. This is Krishna explains in the Bhagavad Gita that those who worship the demigods and taking them to be supreme, and in order to achieve some results or benedictions from them, they worship the with it. What is it? Your avidipurvaka, without the right understanding. Как в Бхагавад-гите сам Господь Кришна объясняет, что люди, которые поклоняются полубогам, пытаясь получить от полубогов какие-то свои собственные корыстные результаты, на самом деле они поклоняются Верховному Господу, но не с неправильным пониманием. And therefore, they cannot get the same result as those who worship the demigods with the right understanding. Слово употребляется там авиди пурвакам, и поэтому такие люди не могут рассчитывать на обретение результатов, которые доступны людям, поклоняющимся полубогам с правильным пониманием. And the right understanding is that none of the demigods are ever equal to the supreme. И правильное понимание таково, что никто из полубогов никогда не может сравниться с Верховным Господом. Because there's nobody who is either equal to or greater than the Supreme Lord, Vishnu. Потому что никто не может сравниться с Верховным Господом Вишну или в чем-то превзойти его. Krishna says in Bhagavad Gita, Hamadhyahi Devanam. I am the source of all the demigods. Как в Бхагавад Гите сам Господь Кришна говорит, Ахамадхирхи Деванам, я источник всех полубогов. The demigods are always dependent completely upon the Supreme Lord, and their meditation is always deep in absorption in the Supreme Lord. Поскольку полубоги всегда полностью зависят от Верховного Господа, они постоянно поглощены глубокой медитацией на Верховного Господа и служением Ему. Однако, как мы видим, иногда такие великие полубоги, как Господь Брама, Господь Шива или даже Ямарадж, предстают кому-то или кажутся кому-то верховными сами по себе. There are many examples in the Srimad Bhagavatam where the followers of these demigods had to be enlightened. That you think I'm independent, you think I'm supreme, but actually I'm always deeply absorbed in meditation on the object of my worship, the Supreme Lord Krishna. И иногда этим полубогам приходится втолковывать своим последователям,
говоря, что вы считаете меня Верховным Господом, но на самом деле я все время пребываю в глубокой медитации на объект своего поклонения, на Верховного Господа Шри Кришну. Even Narada Muni, when he was speaking to his father, Lord Brahma, he was saying, you appear to me to be the second canto of the Bhagavatam, to be complete yourself. And everything in this universe is all connected to you, just like everything is connected to in the spider's web that you created and entangled everything. И также даже Нарада Муни во второй песне Шримад Бхагаватам обращается к Господу Брахме с такими словами. Он говорит, что ты кажешься совершенно самодостаточным и законченным сам себе, таким же, каким является исходящий из тебя мир, который связан с тобой так же, как паутина связана с пауком, и ты создаешь эту паутину материального мира, и все в ней запутываются. Because the demigods are empowered representatives of the Lord, they may appear to act independently. И поскольку полубоги являются такими уполномоченными представителями Верховного Господа, в чьих-то глазах, в глазах людей, которые не отличаются правильным пониманием, они могут казаться совершенно независимыми и самостоятельными. Same thing happened to the Yamadutas when they were corrected by the representatives of Lord Vishnu. Так же, как Ямадуты, например, которых поставили на место представители и слуги Господа Вишну, Вишнудуты. When they had their conversation with the Vishnu Dutas seemed to be presenting an authority which was greater than Yamaraj, and was completely bewildered them. Когда у Ямадутов завязался спор с Вишнудутами, то оказалось, что Вишнудуты представляли и выступали от имени какого-то более высшего авторитета, чем даже Ямарадж, и это сбило с толку Ямадутов. Because they're so much absorbed in service to their master, Yamaraj, and they're actually thinking that whatever he says, whatever he does, is complete in itself. И поскольку Ямадуты так поглощены служением своему господину Ямараджу, поэтому они пребывали в полном убеждении, что все то, что говорит и делает Ямарадж, является самодостаточным, законченным само в себе. And after being defeated by the Vishnu Dutas, who were representing a higher authority, they went back to Yamaraj and said, "What happened? We thought you were supreme." И потерпев поражение от вишнудутов в этом споре, которые представляли высший авторитет, ямадуты раздосадованные вернулись к Ямараджу и сказали, что такое, что случилось, почему мы потерпели поражение, мы думали, ты Всевышний. Then Yamaraj also explained, I, Lord Brahma, Lord Shiva, all the Mahajans, every one of us, Bali Maharaj, Balad Maharaj, we're all completely dependent upon the will of the Supreme Lord. И Ямараджу пришлось объяснить Ямадутам, что и я, и Господь Шива, и Господь Брама, и Бали Махарадж, и Прахлада Махарадж, все мы, эти махаджаны, которые описываются в этом стихе, мы полностью зависим от Верховного Господа и служим Ему. Дамам тусакшат бхагавата нитам. It's explained that the principles of religion come from the Supreme Lord. We don't create them. И принципы религии мы сами не создаем, сказал он, они исходят от Верховного Господа Дармату, Сакшат Бхагават Пранитам. Мы просто следуем этим принципам. So we see that such great empowered demigods may sometimes appear to be independent and therefore may appear by themselves. They appear to others who don't have complete knowledge to be supreme. Поэтому кажется, как мы видим в описаниях такого рода из Бхагаватам, что даже такие великие полубоги могут казаться независимыми от Верховного Господа в глазах человека, не отличающегося правильным пониманием, и потому их начинают считать верховными. Однако источником их уполномоченности является сам Верховный Господь. So those who worship the demigods, thinking them to be supreme, they do so but without a complete understanding. Поэтому люди, которые поклоняются таким полубогам, считая их всевышними, делают это с неправильным пониманием. Especially those who worship the demigods in order to obtain some material result. Особенно те люди, которые в поклонении полубогам рассчитывают поживиться каким-то материальным результатом такого поклонения. But Prabhupada is explaining here that such persons who take shelter of Lord Shiva and who serve him faithfully, gradually what happens is they become purified. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что люди, которые принимают прибежище Господа Шивы и верой и правдой служат ему, постепенно очищаются. Because Lord Shiva is always completely pure. Потому что Господь Шива сам совершенно чист. And by serving those who are completely pure,
one becomes pure. И служа тем, кто совершенно чист, сам также очищается. Bhagavatam Sushushal Shadadanasya Vasudeva Gataruchi Sanmayat Seviya Vipraponya Tirta Nishavana. By serving devotees who are completely pure, who are freed from vice, great service is done. Как говорится в этом стихе Шримад Бхагаватам, служа великим душам, совершенно свободным от порока, мы тем самым совершаем великое служение. И такое служение приводит к развитию склонности к слушанию и повторению о Кришне. So, the purification, which is obtained by those who serve Lord Shiva, who is the most pure and greatest living being amongst all the living entities within the universe, is they come to the platform of Brahman. И это очищение, которое проявляется в результате поклонения Господу Шиве, величайшему из всех живых существ и самому чистому в этой вселенной, заключается в том, что они постепенно осознают себя как Брахман. И Прабхупада говорит, что такое сознание себя Брахманом благоприятно. Шрила Прабхупада говорит, что пока человек не поймет, что он отличается, что он душа отличная от тела, то все, что он делает, является неблагоприятным. We're having a conversation yesterday with one devotee speaking about this topic. Мы вчера с одним преданным говорили на эту тему. That actually to come to the transcendental platform, we have to become free from the identification with the physical body. Что подняться до трансцендентного уровня, нужно перестать отождествлять себя с материальным телом. And there are two ways by which we can become free from identification with the material body. One is by austerities in an attempt to disassociate ourselves with the body. Существует два способа достижения такого понимания себя как отличного от тела. Первый — это совершение аскез, которое лишает нас привязанности к телу. And therefore, great mystic yogis sometimes perform very severe austerities and penances to achieve this realization. И тогда, и поэтому великие мистики, йоги совершают такие суровые аскезы, налагают на себя суровое покаяние, чтобы достичь такого понимания. But as Lord Brahma states in his prayers to the Supreme Lord, although they may perform severe austerities and penances to achieve their highest position, their intelligence still remains impure. Как Господь Брахма говорит Шримад Бхагаватам, люди, пусть они даже пускаются на такие суровые аскезы, покаяния, чтобы осознать свою трансцендентную духовную природу, но тем не менее их разум остается нечистым. Because they will fall down from that position. Aruya kuschena param padam tata patantito nadmita yuzmanangaya. They fall down from that position because they failed to take shelter. И он говорит, что такие люди, даже поднявшись до трансцендентного уровня, снова падают в материальную жизнь, потому что им не удается принять прибежище у твоих лотосных стоп. Они не смогли установить связь с тобой. Lord Brahma himself, in his prayer to the Lord, he says himself, by his dint of his own realization, that they may perform severe austerities, just like Lord Brahma gave the benediction to Hiranyakashipu. И Господь Брахма говорит это, опираясь на собственный опыт. Он давал в свое время благословение Хираньякашипу. Он понимает, что эти люди не могут достичь такого трансцендентного уровня, если не примут прибежище Господа. Даже если они совершают такие суровые аскезы и покаяния, если они не принимают прибежище лотосных стоп Господа, что означает, не занимаются преданным служением, то они снова падают со своего трансцендентного уровня. So Prabhupada says, as long as one doesn't realize his identity as the soul, whatever he does is inauspicious. Поэтому Шрила Прабхупада говорит в этом комментарии, пока человек не осознает своей духовной природы, что бы он ни делал, все будет приводить к неблагоприятным последствиям. So simply to know I am soul, that is simply more auspicious than to be in the bodily concept of life. Разумеется, человек, отождествляющий себя с телом, человек, который понимает, что он душа, а не тело, обретает благоденствие, которое невозможно достичь, живя в телесных представлениях о жизни. Однако Шрила Прабхупада говорит, что на этом обязанности не кончаются. Здесь это не останавливается. Процесс не останавливается на этом уровне. Человек должен понять свои взаимоотношения с Верховной Душой. If one is actually a devotee of Lord Shiva, he comes to the platform of spiritual realization. But if he's not intelligent enough, he stops at that point, only realizing that he's spirit soul. Человек, если поклоняется Верховному Господу, он
начинает осознавать свою духовную природу, но если он не продолжает развивать свои, если он не обладает достаточным разумом, тогда, осознав себя духовной душой, он останавливается на этом. If he is intelligent enough, however, he should continue to act in the way Lord Shiva acts. Но по-настоящему разумный человек, продолжает Шрила Прабхупада, продолжает свое духовное развитие, идя по стопам Господа Шивы, for Lord Shiva is always absorbed in the thought of Vasudeva, который постоянно поглощен мыслями Васудеве. This is the devotee who serves another devotee. He serves them with the right understanding. И поэтому преданный, который служит другому преданному, делает это с правильным пониманием. That's what it means to serve with the right understanding. They're attracted to the service that devotee does to Krishna. Каково правильное понимание? Этот преданный привлечен служением, которое этот вайшнав, которому тот поклоняется, оказывает Кришне. They don't think, oh, I want to become that devotee. Он не думает, я хочу стать этим преданным. And neither do they think, I want to serve the Lord directly and circumvent that devotee. И также он не думает, я хочу служить Господу непосредственно и прямо, и хочу обойти стороной этого преданного, перескочить через него. I'm attracted to that devotee's service to Krishna. Нет, я мне привлекает служение этого преданного Кришне. Therefore, when one meditates on the devotee that one is worshipping, that they're meditating on that devotee's service to Krishna. И поэтому, когда преданный поклоняет, медитирует на другого вайшнава, являющегося объектом его поклонения, то он медитирует на служение этого вайшнава Кришне. What is it they do that is so pleasing to the Lord? Каким образом они так глубоко удовлетворяют Верховного Господа своим служением? Если мы служим вайшнавам с таким правильным пониманием, то развиваем их качества. I'm so much attracted to the way they serve and please the Lord. Let me serve them. Я так привязан, так привлечен тем, как они служат Господу, так дай-ка я тоже буду служить им. And by serving them, we develop the proper understanding of how to please the Lord. И служа им, мы развиваем себе правильное понимание того, как мы можем сами удовлетворять Верховного Господа. So that's what point is what Srila Prabhupada is making here. И об этом и говорит Шрила Прабхупада здесь. One who worships Lord Shiva, he can become truly auspicious. Поклоняющийся Господу Шиве по-настоящему становится благотворным. Because what is Lord Shiva always doing? Почему что делает Господь Шива постоянно? Constantly, but probably even quotes that verse. I think it's from the third chapter. Satvam Vishudam Vasudeva Shaptitam. Шрила Прабхупада даже цитирует эту строчку из этого стиха, где говорится из третьей главы Шримад Бхагаватам. Из третьей главы четвертой песни. Сатвам Вишудам Васудева Шабдитам. Господь Шива находится на уровне Шуда Сатвы. And he's always meditating on Vasudeva. И всегда медитирует на Господа Васудева. And because he's always meditated on Vasudeva, he's always engaged in service to the Supreme Lord Vasudeva. И поскольку он всегда медитирует на Господа Васудеву, поэтому он всегда занят служением Васудеве. And because he's always meditating on Vasudeva and serving the Supreme Lord Vasudeva, whatever he does is always in service to the Supreme Lord Vasudeva. И поэтому, поскольку он всегда медитирует на Господа Васудеву и поглощен служением ему, все, что делает Господь Шива, является служением Господу. So this is worshipping the devotee with the proper understanding. Вот это называется поклонением преданному с правильным пониманием. Let me serve the Lord in the same mood of service as the devotee is worshipping, is serving. Я хочу научиться поклоняться Господу с тем же самым умонастроением, с которым поклоняется ему тот преданный, которого я медитирую, которому я служу. And by so doing, one comes to understand gradually that he is a servant of Krishna. И постепенно, таким образом действуя, человек может осознать свою природу слуги Кришны. By the mercy of the devotee. По милости преданного. Because there's no other way to actually realize our relationship and service to the Lord except by the mercy of the devotee. Потому что невозможно никаким другим способом осознать свою связь с Господом и научиться служить Ему, кроме как по милости вайшнава. Therefore, Prabhupada is taking this opportunity to mention that this is what it means to worship great devotees like Lord Shiva. Именно поэтому Шрила Прабхупада не упускает этой возможности напомнить нам в своем комментарии, что означает служить такому великому преданному, как Господь Шива. We always worship them in terms of their relationship with the Lord. Мы всегда поклоняемся им с точки зрения и в связи с их служением Господу. And Lord Shiva is Vaishnavanam Yathashambhu. He's the greatest Vaishnava. Господа Шива называют Вайшнаванам Ядхашамбу, величайшим вайшнавом.
And therefore Sati is explaining to Daksha, oh yes, you think you're a powerful demigod, but what about Lord Shiva? И поэтому Сати здесь втолковывает Дакши. Ты думаешь, ты считаешь себя великим полубогом, но а про Господа Шивы, про его положение ты забыл? Господь Шива всегда находится на уровне Шуда-Сатвы, на уровне чистого преданного служения Господу. He doesn't make mistakes. И никогда не совершает ошибок. You, my dear father, made a big mistake. А ты, мой дорогой отец, совершил огромную ошибку. You're not on that platform. Ты не находишься на этом уровне. And you didn't properly recognize this Vaishnava who was in your assembly. И ты не разглядел в нем Господи Шиве, этого величайшего Вайшнава, хотя он находился в твоем собрании. So that is one point that is being brought out here in this purport. Это одна тема, которая обсуждается в комментарии. Is that by proper worship of the pure devotee, then what happens is one becomes purified. Но заключается в том, что если мы правильно поклоняемся великому Вайшнаву, то сами очищаемся. Just like is that verse Savupada Vinyamuktam Takarat Vina Niyamalam Hishikena Hishikesha Sevanam Bhakti Ruchate. That by rendering service to the Supreme Lord, automatically two byproducts will manifest. Как говорится в этом стихе, Сарвападхи Винирмуктам, человек, который посвящает себя служению Верховному Господу, обретает два дополнительных результата. It means to render service to the Supreme Lord in the way that we've already described. Поклоняясь Верховному Господу так, как мы только что описали, то есть по милости преданного Господа. And what are the byproducts? Savupadhi Vinirmuktam. One becomes freed from upadis. И каковы два второстепенных или побочных результата поклонения? Первое – это то, что он очищается от всех упадх, сарвападхи винирмуктам. He becomes free from external designations. He no longer identifies with I'm this body. Такой человек очищается от всех внешних самообозначений, то есть он уже не считает себя этим материальным телом. He becomes free from the designation that I am man, I am woman, I am American, I am Russian, I am black, I am white. Он перестает себя считать мужчиной или женщиной, американцем или русским, или черным, или белым. All these external designations, which are, as Prabhupada said, are all inauspicious. Все эти внешние отождествления Прабхупада называет в комментарии очень неблагоприятными. They become eradicated as a result of rendering service. Однако все они уничтожаются из сознания такого преданного в результате правильного выполнения служения. The second byproduct is that one's senses become controlled. И второй побочный результат такого поклонения заключается в том, что преданному становится легко контролировать свои чувства. So, this is the result of auspicious devotional service. Это результат такого благотворного преданного служения. So, then the other point that Srila Prabhupada brings to light in his commentary is that one has to be very careful to never think that the demigods are ever equal to the Supreme Lord Vishnu. И Шрила Прабхупада также проливает свет на еще одно важное положение в своем комментарии. Это положение заключается в том, что никогда нельзя считать полубогов равными Верховному Господу. Just as we've already quoted verse where Krishna himself states that the demigods were created by me. Как мы уже цитировали стих, в котором Господь Кришна сам говорит, что все полубоги созданы им. And even the most powerful demigods have themselves personally testified that they're not supreme, they're subordinate to the Lord. Мы также привели примеры великих полубогов, самых великих полубогов, которые сами утверждают о себе, что они не являются верховными, они подчинены Верховному Господу. So the evidence is there throughout the scriptures, making a distinction between the Supreme Lord and the demigods, that the Lord is always supreme. Это описание полны таких примеров, в которых доказывается, что полубоги и Верховный Господь относятся к разным категориям, и полубоги зависимы от Господа. In fact, in the Srimad Bhagavatam, it's even that pastime. Was it the chapter? The super excellent qualities of Krishna. И в Шримад Бхагаватам приводится раздел, целый раздел, который так и называется «Удивительные качества Кришны», 10-й песни. All the demigods, they got together to discuss who's the greatest. Все полубоги собрались, чтобы решить, кто величайший. Because Lord Brahma seems to be like the three predominating personalities, Brahma, Vishnu and Shiva, of the three of them, who is the greatest? Они решили обсудить и прийти к выводу о том, кто из этих трех главных полубогов, Шива, Брама и Вишну, является величайшим.
and all the demigods, they all come together in assembly discussing this, and then they decided they were going to test who is the greatest amongst the three of them. Собравшись на это обсуждение, полубоги решили поставить эксперимент и выяснить экспериментальным путем, кто из этих трех полубогов является величайшим. So, who is it? They chose Bhrigu Muni. Они выбрали Бригу Муни. They chose to go and to test Lord Brahma and to test Lord Shiva and Vishnu to see of the three who was the greatest. На роль этого экспериментатора и послали его к трем полубогам Браме, Шиве и Вишну, чтобы он экспериментальным путем выяснил, кто из них величайший. So Bhrigu Muni went to his father, Lord Brahma. Вначале Бригу Муни отправился к своему отцу, Господу Браме. And when he went to Lord Brahma, Bhrigu Muni purposely didn't get down and offer respects to his father, which is actually an offense. Представ перед Господом Брамой, Бригу Муни сознательно не поклонился ему, не выразил ему почтения, что является оскорблением. But nonetheless, he did this because he wanted to test to see how his father would react. Но он поступил так сознательно, потому что ему было важно увидеть, как на это отреагирует Господь Брама. He was sent on an assignment, and therefore he had to. He didn't purposely want to offend Lord Brahma, but he had to do it to fulfill his assignment. Поскольку его послали с этой задачей Господу Браме, поэтому он не то, что он хотел оскорбить Господу Браму как самоцель, но он хотел повести себя. Он повел себя таким образом сознательно, чтобы понять, каким образом Господь Брама отреагирует на это непочтительное поведение. So when Lord Brahma saw that his son came before him and didn't offer him respect, he started to get a little angry. И когда Господь Брама увидел, что его сын, придя к нему, не выразил ему почтения, это привело его в состояние гнева. He was affected by the fact that he wasn't properly given the respect that was due to him according to etiquette. Его вывело из себя нарушение этикета, которое полагалось соблюдать в таком случае. На самом деле, он хотел очень сурово наказать своего сына. But he controlled, because by his intelligence he realized I shouldn't punish him too severely as my son. Но благодаря тому своему глубокому разуму Господь Брама остановил себя и сдержал себя в руках, поняв, что не стоит наказывать его слишком, сурово, он в конце концов мой сын. Хотя признаки его гнева были налицо, но тем не менее Господь Брама сдержал себя в руках благодаря своему разуму и ничего не сделал. Но Бригу заметил, что Господь Брама разгневался. So after that he went to Lord Shiva. И затем он отправился к Господу Шиве. And Lord Shiva, he also, what is his relationship with Lord Shiva? Brothers. И Господь Шива является его братом. Yeah, because Lord Shiva came from Lord Brahma, and then also Bhrigu Muni came from Lord Brahma. Поскольку и Бригу Муни, и Господь Шива взялись из Господа Брамы. So, because they were brothers, Bhrigu Muni should have actually embraced Lord Shiva. Поскольку они братья, то они должны были по-братски обняться друг с другом. Так должен был поступить Бригу Муни. But actually, Bhrigu Muni stood back and said, "How can I touch you?" Но когда Господь Шива попытался его обнять, то Бригу Муни отпрянул, сказав: "Ну а чего я к тебе буду прикасаться? Мне неприятно." You're always in inauspicious places, unclean places. I don't want to touch you. Что ты же обитаешь в таких неблагоприятных, нечистых местах, и я прикасаться к тебе не желаю. So, Bhrigu Muni's first offense was in his mind. He didn't mentally, he didn't properly respect Lord Brahma, but this time, with his words, he offended Lord Shiva. Первое оскорбление, которое Бригу Муни нанес Господу Браме, оно находилось на уровне ума, то есть он в уме не выразил почтения Господу Браме, но встретившись с Господом Шивой, он нанес ему оскорбление словами. Then Lord Shiva became very angry. И Господь Шива очень разгневался. He could become easily angry under such circumstances. В таких обстоятельствах Господь Шива очень быстро воспламеняется гневом. Although, as we say, he's always completely pure, his mind is always fixed on Vasudeva. Хотя мы и сказали сегодня, что Господь Шива постоянно всегда чистится и всегда медитирует на Верховного Господа Васудева. But Lord Shiva is a transformation of the Supreme Lord, just like his example is given, just like when you add certain chemicals to milk, it becomes yogurt. Но Господь Шива является как бы преобразованием или преобразованным Господом Вишну, пример, который приводится, чтобы показать его положение, это пример молока, которому, добавляя определенные химикаты, из которого делают йогурт.
And although it's yogurt and practically the same as milk, still there's some difference. И хотя йогурт это то же самое в каком-то смысле, что и молоко, но тем не менее между ними есть существенная разница. So the difference is that the Supreme Lord Vishnu, he never comes in contact with the material energy. То существенная разница заключается в том, что Господь Вишна никогда не соприкасается с материальной природой. But sometimes it's necessary to come in contact with the material energy, and to do that, he does it as Lord Shiva. Однако, когда все-таки встает необходимость вступить в контакт с материальной природой, он делает это в роли Господа Шивы. Because Vishnu never is in contact. We quoted that verse the other day, from first canto of the Bhagavatam. That the Supreme Lord is never affected by material qualities. Мы приводили уже недавно стих из первой песни Шримад Бхагаватам, в котором говорилось, что Господь Шива никогда не, Господь Вишна никогда не соприкасается с гунами материальной природы, никогда не попадает под их влияние. And therefore, Lord Shiva, he has to come. He comes in contact with material nature, and sometimes in certain circumstances, it's necessary to come in contact. For instance, to annihilate the whole universe. He becomes angry. И поэтому Господь Шива по долгу службы, так сказать, он вступает в контакт с материальной природой, и есть ситуации, в которых это просто необходимо. Например, чтобы уничтожить всю Вселенную, Господу Шиве нужно сильно разгневаться. And although Lord Shiva, he is the greatest Vaishnava, and he has the most qualities of the Supreme Lord than any other living entity. И хотя Господь Шива является величайшим из вайшнавов и воплощает в себе наибольший процент всех качеств Господа Вишну, чем какой-либо из живых существ. Just like it's described that all living entities, at most they can have 50 of the Lord's 60 qualities. Как говорится, что живые существа могут воплощать в себе только 50 из 60 качеств. 64, Maharaj. Huh? 64 qualities. 64, what did I say? 60. 64. И из 64 качеств Господа. And, but sometimes we see that such empowered living entities, like as Brahma and Shiva, they can manifest 5 more qualities, which other living beings don't. Но иногда такие великие полубоги, как Брама и Шива, могут проявлять еще 5 дополнительных качеств, которые недоступны обычно живым существам. I can't remember what they all are. One of them is all cognizant. И не помню, какие они эти качества, но одно из них это все знания. Сачитананда Виграха. Это тело Сачитананда. You know them? What are they? I know, no, I can't remember all of them. But they manifest certain qualities that other living entities can never manifest. But they don't manifest them in full. Он проявляет, они проявляют еще 5 дополнительных качеств, которые не могут проявить другие живые существа, а они, Брама и Шива, проявляют их полностью. So Lord Shiva manifests up to 55 qualities. Господь Шива проявляет до 55 качеств. And of course, the Supreme Lord Narayan, he manifests another quality, 5 other qualities, which are never manifest in any other living being. И Господь Нарайна проявляет еще дополнительные 5 качеств, которые никогда не проявляются ни в каких живых существах вообще. That is that he has inconceivable potencies. У него есть удивительно непостижимые энергии. That all he is the source of all incarnations. Источник всех воплощений. Unlimited universes are coming from him. Бесконечные вселенные исходят из него. These are qualities that never, no other, Lord Shiva, Lord Brahma, nobody else can display. Ни Господь Шива, ни Господь Брама не могут проявить такие качества, не говоря уж об остальных. No, I can't remember. There's still 2 others somehow. I can't remember. But can be Wilder Brahma and Shiva. Bewilder Brahma and Shiva. I don't think that's one of them. I think it's one of them. No, I don't remember the other ones. That he gives salvation to the enemies that he kills. И он также дает дает освобождение тем врагам, которых убивает. And the fifth is that even liberated souls are attracted to him. И также даже освобожденные души привлекаются к нему. So those qualities are only manifested by Lord Narayana. Эти качества проявляются Господом Нараяной также. Then of course Krishna manifests 4 other qualities, Господь, which are not even manifest by Lord Narayana. Господь Кришна проявляет еще 4 качества, которые не проявляются даже в личности Нараяны. Anybody knows what those are? Кто-то помнит эти 4 качества? Лила Мадурья. На санскрите как они звучат? Према Мадурья, Вейну Мадурья, Рупа Мадурья. Вот эти 4 качества. Four qualities. Лила.
His such wonderful pastimes with his pure devotees. Удивительные качества, удивительные Мадхурья Лила, это удивительные игры с его преданными. Vena Madhurya, he can attract all living beings throughout creation by the sound of his flute. Vena Madhurya означает, что может привлечь все живые существа во всей вселенной звуками своей флейты. Rupa Madhurya, which is he has the most attractive, beautiful form. Rupa Madhurya — это то, что у него удивительная, привлекательная форма. Prema Madhurya. His devotees, he is always surrounded by such wonderful devotees who have such intense love for him. И Prema Madhurya означает, он окружён удивительными преданными, которые питают глубочайшую любовь к нему. So these qualities are only there for Krishna. Это эти качества доступны только Господу Кришне, и проявляются только в нём. Lord Shiva, he sometimes comes in contact back to Bhrigumuni. Но возвращаясь к истории про Бригумуни, Господь Шива иногда соприкасается с материальной природой. So sometimes he becomes angry. Иногда он гневается. And when Bhrigumuni offended him, saying, "I don't want to touch you," he became angry. И когда Бригумуни так с отвращением отпрянул от Господа Шивы и не захотел к нему прикасаться, то Господь Шива разгневался не на шутку. In fact, he was going to kill him. И собирался убить Бригу. But Sati showed up in time. Но в это время появилась Сати вовремя, очень вовремя. And Sati showed up, and she actually said, "No, wait a minute, no, he's actually he's a devotee. Don't please control yourself. There's no need to kill." И Сати, подоспев вовремя, сказал: "Но на самом деле преданный твой, поэтому, пожалуйста, не убивай его." And she begged Lord Shiva to not kill. И она стала умолять Господа Шиву не убивать Бригумуни. But nonetheless, Бригумуни saw enough. Но так или иначе, Бригумуни достиг желаемого результата, он увидел то, что хотел увидеть. So he decided better he should leave. И подумал, нужно в это, пора уже уходить отсюда. So then Bhrigumuni went to Shvetadvipa. Затем Бригумуни отправился на Шветадвипу, where Lord Vishnu resides. Где живет Господь Вишну. Lying down on the milk ocean, being served by the goddess of fortune. Он возлежал на молочном океане, ему служила богиня процветания. And this time it was not only it wasn't a mental offense, neither was it a verbal offense. Но в этот раз Бригумуни допустил не умственное оскорбление ни в уме, ни речью. But this time it was a corporal offense. А он допустил физическое оскорбление. He walked up to Lord Vishnu and he kicked him right in the chest. Он подошел к Господу Вишну и пнул его прямо в грудь. I mean, even to say it sometimes, you're shuddering. Знаете, right? Даже говорить об этом сложно иногда. There's some aishvarya there. Даже есть ашвария определенная. Ашвария means we consider the position of the Lord and we're always worshiping the Lord with awe and reverence. Ашвария означает, мы всегда помним о положении Господа, поклоняемся ему с благоговением и почтением. Of course, Krishna's friends, they jump on his back and they kick him, but they're not the least bit in anxiety about that. Ну, конечно же, друзья Кришны все время играют с ним, они запрыгивают к нему на спину, да, даже пинают его, но этим не очень заморачивается. Есть у Кришны два вида друзей: одни Вишрамба, другие Самрамба. Vishramba friends, they jump on his back and they play with him, and they may even kick him while jumping on his back, but they don't shudder kicking the Lord. Они Вишрамба преданные, то есть друзья Кришны, они ведут себя с Кришной очень вольно, да, играют с ним, запрыгивают ему на спину, даже его пинают, но при этом их этого не коробит. That is the nature of their loving friendship on the platform of Vishramba. Такова природа их любовных отношений с Господом Вишрамба, дружбы Вишрамба. But those who are friends with Krishna on the Sambrahma outside of Vrindavan, they sometimes see very wonderful things and they see the Supreme Lord with great reverence. Но преданные, которые находятся на другом уровне дружбы, сам Рамба, которые не живут во Вриндаване, а живут за пределами Вриндавана, они смотрят на Кришну сквозь призму благоговения и почтения. So when we hear that Bhrigumuni kicked the Supreme Lord Vishnu in the chest. Поэтому нас прям передергивает, когда мы слышим о том, как Бригумуни пнул Господа Вишну в грудь. As we should shudder to think that the Lord Vishnu was struck in the chest. И нас должно коробить и передергивать от одной мысли того, что Бригумуни пнул ногой Господа Вишну прямо в грудь. And it was a serious offense because it was done physically. И это очень серьезное оскорбление, физическое оскорбление. And in fact, the goddess of fortune, because she was there and she saw that
that Lord Vishnu was struck on the chest by a Brahmin, although Lord Vishnu completely forgave him, she couldn't forgive. И поскольку это произошло на глазах у Лакшми Деви, которая видела, как было нанесено это телесное оскорбление, и Господа Вишну пнули в грудь, хотя Господь Вишну с легкостью простил обидчика, но Лакшми не простила. Because she had a difficult time forgiving the Brahmin Bhrigu Muni, therefore we oftentimes see that Brahmins are impoverished. They don't get the mercy of the goddess of fortune. И поскольку он нанес это оскорбление, она не простила Брахмана Бригу Муни за это оскорбление, поэтому мы видим, что в результате этого оскорбления, нанесенного Бригу, Брахманы часто живут в нищете, потому что богиня процветания не хочет давать им свои милости. But Lord Vishnu, when he was struck in the chest by Bhrigu Muni, he was unaffected. Но когда Бригу Муни ударил Господа Вишну в грудь ногой, на самого Господа Вишну это никак не подействовало. Bhrigu Muni is a Brahmin, and Brahmins sometimes they may do something, they may commit a small error, but they should always be forgiven. Но он же Брахман, подумал Господь Вишну. Брахманы иногда могут совершать какие-то небольшие прегрешения, но всегда нужно прощать. So not only did he not become angry, он не только не разгневался, but he went to Bhrigu Muni and he said, "Please forgive me." Но напротив, обратившись к Бригу Муни, он сказал: "Пожалуйста, прости меня." My chest is so hard. Моя грудь очень жесткая. And your foot is so soft. А твоя стопа такая нежная. I must have caused you pain with my hard chest. Ты, наверное, ушиб свою стопу об мою грудь, да? And he was apologizing. Стал извиняться перед Бригу Муни за это. I must have caused you great pain. Похоже, я нанес тебе, причинил тебе очень сильную боль. And Bhrigu Muni was completely mystified because he saw how the Lord was completely undisturbed by this provocation. И Бригу Муни не мог даже поверить своим глазам. Он увидел, как Господь Вишну абсолютно не отреагировал никак на это серьезное прегрешение и провокацию. И вернувшись ко всем полубогам, он рассказал, что случилось, представил им отчет. И все полубоги, обсудив результаты этого эксперимента, пришли к выводу, что Господь Вишну наверняка величайший из этих трех. Потому что на него материальная природа вообще никак не влияет. Он не только не подвержен влиянию материальной энергии, но на него даже такие серьезные провокации никак не действуют. Therefore, between Lord Brahma and Lord Vishnu and Lord Shiva, certainly Lord Vishnu must be the greatest. Поэтому из этих трех божеств, Шива, Брахма и Вишну, Господь Вишну является величайшим. So, therefore, again, evidence is there. И поэтому мы видим снова еще одно свидетельство. That we should always understand that such great personalities as Brahma and Vishnu, although they may perform very wonderful, powerful, great activities, and although they may be very pure. Хотя такие полубоги, как Господь Шива и Господь Брахма, могут совершать великие аскезы, покаяние, и они могут быть очень чисты сами. Но их никогда нельзя ставить на один уровень с Верховным Господом. И самый лучший способ избежать ставить их на один уровень с Господом Вишну — это всегда поклоняться им с почтением и с правильным пониманием. Вайшнава всегда относится к полубогам с почтением. Он же должен оказывать почтение всем живым существам вообще. Что же говорить о таких великих полубогах? So he respects the demigods because he sees that the demigods, they are devotees. They may have some varying degrees of purity amongst the demigods. И он видит, что полубоги являются преданными. Конечно, они могут отличаться по шкале чистоты друг от друга. But what to speak of such great devotees as Lord Brahma and Lord Shiva, who are Mahajans? Но что уж говорить про таких великих полубогов, как Господь полубогах, как Господь Шива и Господь Брахма, которые являются Махаджанами? That's exactly what Yamaraj told the Yamadutas, that those who are Mahajans means that we have to follow in their footsteps. И поэтому Ямараджа сказал Ямадутам, что вот это Махаджаны, и мы должны следовать по их стопам. Тако пратишта шрути йога вибина на сабришина. I'm sorry.
Patam Vibhinam, Dhammasya Tattvam Hitam Guhaya, Mahajano Yena Katasapanta. Prabhupada would quote this verse many times. Шрила Прабхупада и Господь Читания очень часто цитировали здесь стих, этот стих. That it is very difficult. Some different philosophers, they may try to understand where religious, what real religious principles are, but sometimes one philosopher, he's always trying to prove his superiority of understanding philosophy by challenging somebody else's conclusion. Могут философы обсуждать признаки или проявление религии, дхармы, но иногда один великий философ пытается утвердить свою точку зрения как превосходящую других и оспаривает выводы других философов и муни. Therefore, sometimes it's very difficult to understand where religious principles can be found. И поэтому иногда очень сложно понять, где же можно найти настоящие принципы религии. Because one sage will say, "Well, it's this," another sage will say, "No, it's that," another sage will argue, "No, it's this." Потому что один мудрец скажет, они здесь, другой скажет, нет, они там, а третий разойдется по мнению с ими обоими. И они не смогут прийти к правильному выводу. Однако, как говорится в этом стихе, истинные религиозные принципы кроются в сердце великих душ. Then you have to Mahajano Yena Kata Sapanta. You have to follow in the footsteps of the great Mahajans. И поэтому, если вы хотите по-настоящему понять, в чем заключаются истинные принципы религии, для того чтобы понять их, необходимо следовать по стопам великих душ Махаджан. You follow their example. Следуйте их примеру. Follow the path they left behind for us to follow. Следуйте их примеру, примеру, который идти, мы должны идти по тому пути, который они протарили для нас. That means we follow their example and follow the path, but we never imitate. Это означает, что мы следуем их примеру и следуем по их стопам, по пути, который оставили нам, но и самим им мы подражать не должны. If we try to imitate such great, powerful personalities as Lord Shiva, and if we drink an ocean of poison, we're going to suffer some severe consequences. Если мы в нашей попытке подражать таким великим душам, как Господь Шива, например, попытаемся выпить океан яда, как он это сделал, то последствия будут очень суровыми. So we never imitate such great personalities. Мы никогда не должны имитировать такие великие души. But we follow their example. Но мы следуем их примеру. And their example is always their deep absorption and service to the Supreme Lord Vishnu. А пример заключается в глубокой, постоянной глубокой поглощенности медитации на стопы Господа и на служение Ему. And by serving and worshiping Vaishnavas with this understanding, we can get the desired result. И служа вайшнавам с таким пониманием и следуя по их стопам, мы можем получить такой же результат. And Prabhupada explains that the desired result is not simply to come to the platform of Aham Brahmasmi. И Шрила Прабхупада объясняет, что этот желанный результат, о котором мы говорим, вовсе не заключается только в том, что мы осознаем Ахам Брахмасми. The desired result is to establish our connection with the Supreme Lord as His servant. Желаемый результат — это установить свои взаимоотношения с Господом, как Его слуга. И служить Господу с тем же самым настроением, с которым служат Ему и преданные, которым мы поклоняемся. This is why it's so important that we actually understand that our method for approaching the Lord is always through the devotees. И поэтому так важно понять, что мы можем обратиться к Господу и приблизиться к Нему только через преданных. We should never think that we can approach the Lord directly. И мы никогда не должны допускать мысли, что можем приблизиться к Господу непосредственно. So Sati is telling her father, "You made a very serious mistake. You offended such a great devotee, whose service is always accepted by the Lord." Сати поэтому говорит здесь в этом стихе своему отцу: ты совершил очень серьезную ошибку и проступок, потому что ты оскорбил преданного, чье служение всегда принимается Господом, который всегда медитирует на Господа, и кого Господь всегда занимает любовным служением себе. Described yesterday what the consequences are. И вчера мы уже поговорили о последствиях такого поведения. Today we won't discuss consequences. We discussed those yesterday. Сегодня мы последствия обсуждать не будем. Достаточно было вчера обсудить. Today we discussed serving those devotees with the right understanding. А сегодня мы обсудили служение этим преданным с правильным пониманием. And the benefits that one gets by such service. И благо, которое человек обретает благодаря такому служению. I have been informed that I have to stop at 9 o'clock.
Меня попросили, напомнили мне, что нужно закончить в 9 часов, но никто из присутствующих мне это не сказал. Но сегодня просто очень и очень напряженное расписание у меня, поэтому я должен закончить вовремя лекцию. И поэтому должен здесь остановить лекцию, чтобы суметь завершить, сделать все то, что запланировано сегодня в моем служении Шрилы Прабхупады. Поэтому, пожалуйста, дайте мне ваше разрешение закончить на лекцию и не принимать вопросы сейчас. Хорошо? Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Шрила Ниранджана Свами Махараджа ки. Yeah.